Это как-то связано со стримом, видимо. Это Йолли. Спасибо, Йолли. Йолли нашу тему включила. Так, что там со стримом? О, вот вам разные самые качества, какое хотите. 160p для самых зорких. Ты бы кем была из деревни дураков, Майти? Я не помню персонажа. Я была бы бородой пчелой. Я медведем, наверное. Дураков нельзя выключить? Нет. Йолли их включила, все. А я хотела песенку послушать. Ты понимаешь? Блин. Ты все испортил. Ничего, мы, значит, нам придется отсидеть дураков. Отсидеть дураков. Йолли, между прочим, на это 200 пикарат потратила, ты представляешь? Тем более, вон сестра Нятянри не заказала. Хорошо, что не Альфонь, а то Альфонь не писается, как я не знаю. Да, не заказывайте сегодня Альфонь, а то она посыться. Рен, залезай. Рен, иди сюда. Да, могла бы Рин ее чесать. Вон Альфонья на заднем фоне. Хочет грустно писать. Сидит. Видите, как он хочет писать? У него на лице написано. Пикафик потратил все деньги. Благодаря Йолли я вижу и в голове вместе с ребусами и халатом. Как? Рини, ты чё грустный сегодня такой? Потому что Альфонья писает. Как-то ты неохотно чешешься. Хорошая она размера. О. Музыка. Я не знаю, зачем ты взял залупленную музыку. Она не залупленная. Нет, ну она полупилась и хватит. Слава тебе, Господи, не делайте так больше никогда. Делайте, делайте. Только делайте на здоровье. Сейчас я хочу песенку. А, халат в диком космосе. Ну не сейчас, да, сейчас песенку. Рога мои рога. Короче, там Игорь воткнул песенку, которая должна была быть на самом деле. Да, там, короче, в японской версии играет песня. Ее вырезали в американской версии, потому что правов, как всегда, не захотели покупать. А вы сами понимаете, что происходит, когда из японской игры вырезают на оригинальную песенку и вставляют другую. Говно получается. Ты сначала, ну чё. Сейчас. А как сделать сначала? Выключить, включить. Ну, подожди. А, да, хороший вариант. Моды? О, каких только модов не было. Мне больше всего понравился Кирю, который сплюснутый ходит два раза. Я хотел рандомайзер сделать, чтобы все персонажи местами поменялись. Но там надо разбираться, какие персонажи кому куда подходят. Скажите, гораздо лучше-то. Вау, тут под музыку, реально, а там просто музычка играет. Типа того, сестра Нятян, да. Помните, звук меняли, а тут я хотел модельки поменять. Блин, реально круто. Я днем даже не заметил, как круто. Я не знаю. Я, видимо, голова чем-то занята была. Я вообще очнулся, я помню только на мышах. Там еще где-то в начале игры музычка была вырезана, мы уже пропустили. Я, короче, немедленно снимаю видос про собак под эту песню теперь. Супер. Мне очень надо. Еще я хочу собаку завести, называть Горо-Горотян. Мне больше нравится Judgment Kazi. И это тоже. Чатик, скажите Игоричу. Никто даже не догадается. Скажите Игоричу, что мне надо.
Вот, зашибись, гораздо лучше. Новая собака для Майти. Сколько пика-пика рад? 10. Все переделанный под стрим вид. Спасибо, Юля. То есть от Майти тебе спасибо. Новая собака для Майти. Ох, ты не видела, какой сегодня торт странный. Так, я забыла, что у нас происходит. Ничего хорошего, нас, я так чувствую. Нас, да? Нас Серега позвал. Я умею ходить, смотри. Не, мужик так остановился. Или ты идешь на меня? Пойду и я тоже. И не страшно же ему. Да, Серега позвал нас в Little Asia. Мы идем к старейшине. Кирю смотрит просто поверх него. Его грустные думы. Думает, похоже, Серега хочет меня увидеть. Он даже не закурил на этот раз. Обычно вроде закуривает. Че, нового русского бить будет? А че он меня орет? Меня тянфует, чтобы мы съездили с старейшиной на пирс. Я думаю, мы к ней еще встретим. Съездим. К женщине, в смысле. Зачем к ней ездить? Мы к ней еще поедем рыбачить после того, как сюжет пройдем. Да, Бакус очень давно не видели. Мы бы его увидели, если бы пошли качать наши скиллы. Нишки. У меня гриб есть. У тебя есть гриб и нишки. Что ты с ними делаешь? У Йоли было 200 пика-пикарат. Карма. Хоть что-то Кирюшу порадовало. Наконец-то. Ой, я, кстати, забыл рис выключить. Какой рис? А, это. Ну, сейчас, если пика-пик начнут рисом закидывать, я его выключу. Бухус спрятался под ворот, не ждешь, что мы придем учиться. Да, именно так. Мы вместо этого женщины. Один раз выучились. Лево. О, вот. Да вот понаставили дверей, блин, ненавижу. Подожди, я выключу. А то у вас там уже да всю жизнь может проходить без обучения вообще всякого. Можно даже ничего не качать, ничего не делать, вообще просто идти и все. Какого? А, этого обучения-то, ну да. Слушай, я хочу очень... Очень хочу проверить, можно? Он отнял у меня пульт. Блин, Харт, ты так круто играешь. Я на Кузе сидел, 10 раз пытался его убить. Стой. Вон она, под мусоркой. Профессор деньги все равно раздает, просто пока мы играем, он рис не ест. Когда мы будем есть салат, я хочу салат. Ты готова? Сейчас тарелочку принесу. Ну, у меня руки заняты. Но ты можешь. Я могу покормить. С ложечки покормить. Ну и чё он ушёл? Игоревич, я ушла в сюжет, тут касцена. На секунду тебе оставить нельзя одну. Кирью-сан, твой гость здесь. Идем в столовку. Мне жаль насчет Тачибаны-сан. Так страдал. Даже не было шанса увидеть свою сестру. Но я знаю, что ты старался помочь ему. Я говорю за всех жителей Маленькой Азии, когда я говорю спасибо. Да, было бы круто пикапик, но я даже лосось не успеваю вставить. Зато я успела его заказать. Очень много ДНД в последнее время. Рип Тачибана-сан, да. Пожалуйста, не надо. Я ничего не смог сделать. Я не заслужил ваше спасибо. Вот Йоли стримов не смотрела, так что она, возможно, шутит, а пацанчик-то правда умер. Я думаю, Йоли Кокора чувствует. Нет времени здесь разговаривать, что у тебя есть.
Можешь расслабиться. Вот что я хотел тебе сказать. Макото Макимура застрелили люди Доджимы. Тебя тоже застрелили люди, не знаешь какие, блин, но тебе это что-то не помогло. Это тоже были люди Доджимы. Это были люди этого. Она уже прошла операцию, но ее состояние нестабильно. Она не обрела сознание. Что произошло? Ого, Юля, ты видела? Когда ты успела? Ого, Юля, нифига себе. Значит, она теперь видит. Ее глаза различают свет и тьму, но не более того. Но есть новости лучше. Семья Доджима думает, что она мертва. Они вернулись работать над проектом ревитализации Камурочи. Какое-то время она будет в безопасности. Но этот парень Маджима знает, что она жива, да? Ему можно доверять? Полагаю, что так. Он работал по приказу Шимана, чтобы убить ее, но сейчас... Я полагаю, он действительно хочет, чтобы она была в безопасности. Но все же я не могу сказать, какой его следующий ход будет. Давай сфокусируемся на семье Доджима. Лейтенант Шибусао уже практически капитан. Он теперь будет командовать. Тебе какой салатик? Нет. Да, добро пожаловать, Хелли. Он никогда был из тех, кто работает в открытую. Он все время отмалчивался и строил свои силы. Терпеливо и качественно. Но Шибусава... Семья Шибусава — молодая организация. Если они захотят стоять над Кенно-кланом Кузи и Тайхей... вот что это. Ассоциация Тайхей, значит, владеет, понятно. Объясни. Авана? Чего? Я все думал, что такое ассоциация Тайхей. Короче, это три лейтенанта клана Тоджо. Это один большой клан всех якут. В нем есть семья Доджимы, которым командует нигер в очках, который в халате ходит. В нем есть клан Кенна, которым Кузя командует. И ассоциация Тайхея, которым командует Авана, я так понял. И еще есть семья Шибусава. Семья Казама. Я гарантирую, что первое, что он сделает, это избавиться от всех людей Казамы. Ты его мальчик с постера. К тому же тебя все еще не очистили от убийства на пустом лоте. Так что полиция тоже все еще тебя ищет. Что-то я полицию не видела ни разу, блин. Видели? Она нас... обыск проводила. Мы с ним так и не подружились, по-моему, до конца. Тебе надо выбраться из Камурочо и залечь на дно. Если ты сможешь купить... Если сможешь выиграть немного времени, то есть надежда. Если Макимута Макора проснется... Макимура Макота! Консорциум Никио заберет пустой лот. Что? Все это время это была настоящая цель. Казама-сан. Чё, Риний? Я уже почесали. Казама гений. Что ты имеешь в виду? Он хочет предотвратить то, чтобы семья Доджима выросла еще сильнее. И он выбрал меня и консорциум Никио в качестве противовеса. Ичибана собирался отдать пустой лот консорциуму. Цель была остановить Сахея Доджиму. Нойса, Казама-сан планирует поставить тебя главой клана Тоджо. Похоже на то. Я и не знал. Я не знал, что вы с Казамой-сан так сильно связаны, глубоко были. Казама-сан. Может, не так глубоко, как ты? Но все еще он большая часть того, кем я стал.
Он был тем, кто показал мне, как быть якудзой. Я никогда не забуду долг перед ним. Кирю, Казма-сан также попросил меня делать все, что я смогу для тебя. Обещаю тебе, я найду способ разобраться с этим обвинением в убийстве. Ого, какой у тебя большой пикапик, Юли. Но пока что я боюсь, что мы все... Все, что мы можем делать, это молиться, что Макимура Макото проснется. Тогда я ничего не могу сделать, значит. Так, Серега вон пришел. Ты уже много сделал. Если бы не ты, Макото ни за что бы не добралась до Камурочи живой. Она сейчас сражается за жизнь благодаря тебе. Эта девушка. Где она сейчас? Я привел ее в госпиталь. У меня корабль припаркован в Токио, в Шибауре. Она там. Я не могу позволить рисковать тем, что семья Доджима узнает, что она жива. Шибаура. Я сказал тебе, что из уважения к тому, что ты сделал... Ты беспокойся о том, чтобы выбраться из города и быть в безопасности. Оставь остальное нам, хорошо? Кирю не умеет так делать. Да, я вот думал, почему он Кирю сказал. То есть он явно старается никому не говорить, куда ее везут, даже хорошим людям, чтобы, типа, вообще никто не узнал. Под пытками. Полагаю, ничего не могу сделать. Надо встретиться с Нишки. Если я пойду в западный парк, в конце концов, с ним столкнусь. Пойдем встречаться с Нишки, обожаю. Мое любимое занятие в этой игре. До Кирю еще не дошло. О. То сейчас начнут убивать всех Нишек и прочих. Интересно, он вернул машину? Или она взорвалась на бокуте? Ту машину. Которую угнал. Он угнал машину? А, у Нишки-то? Ну да. Он еще сказал, что он больше не кьюдай. Да, точно. Я думаю, он ее бросил где-нибудь. Ненавижу это место, блин. Тебе показать куда? Я знаю куда, просто я бегу и врезаюсь в стены все время. Приветка. Приветка. Ирасай Масен. Где? Вон. Давай салат второй. Тащу второй салат рыбный. Рыба почему-то очень соленая из деликатески. Колбаса до хрена соленая. Это... А, и огурцы тоже из деликатески, кстати, супер соленые. Все, офигеть, какое соленое. А я сегодня еще селедку ела соленую, блин. Селедка, кстати, не из деликатески. Но она тоже была соленая. Кирю, ты почему такой побитый? Просто потому, что все хотят жениться на Майте. Ну-ка, дайте мне цитату на то, как пройдет следующий год. Понравилось? Извините. Блин, у тебя там блестки, похожие на рыбу. Блестки, похожие на рыбу. Цитаты великих людей. Чатик посадят за шуточки. Это уже не шуточка, очень грустно. А вот это про адвокатов еще грустнее. Вообще прекрасно. Я веселый адвокат. Мой приятель. Слав... Вот девятичный в пятницу тоже не хочется. Пикапику бот все время одно и то же отвечает. Это карма у него, видимо. Я не смогу работать в полиции. Это ж коп, который меня сегодня обыскивает. Он расстроенный с нашего последнего разговора. Блин, Кирю. Видимо, да, Пикапик. Эй, ты держишься? А, Кирю-сан. Да, что посеешь, ты ж пожнешь. Я вообще-то, я... тебе когда тортик принести? Потом. Я просто... Или когда пройдем игру. Что, хочешь, чтобы я показал тебе, что у меня есть? Раздевайся. Кстати, что есть у Кирю? Нет, нет, сейчас не хочу. Я думаю о том, чтобы бросить полицию.
Знаете, мне нужны эти яйца. Яйца мы его показывать не будем. Что, ты уходишь? То, что вы сказали раньше, заставило меня думать. Я думал о своем старом партнере. Его убили на службе. Интересно, что бы он подумал, если бы увидел меня сейчас. Он отдал свою жизнь, чтобы спасти меня. И за что? Чтобы я мог стоять здесь и допрашивать людей? Я подвел его. Ой, да ладно тебе. Нет, это правда. Я только обыскивал людей столько времени. Я просто позор полиции. Все, я решил. Завтра я немедленно сдам свой... Нет, пожалуйста, Ямите Кудасай. А? В чем твоя проблема? Я сказал тебе, что дам тебе 30 тысяч, так что будь хорошей девочкой и пойдем с нами в отель. Нет, я не заинтересована. Расслабься, там будут другие девочки, у нас там вечеринка. Не, вечеринка, пойдем. Нет, но я... Ну тогда 35 тысяч пойдет, не? Не хочешь нас разозлить? Мы сейчас тебя тогда... Чуваки покажем. Не знают, что если просто избивать мужиков на улице, гораздо больше денег можно падает. Заработать. Да, хе-хе. Они не хотят в телефонный клуб звонить и ждать, пока девушка нормально выпадет. Нет, пожалуйста. Да, эти парни ничего хорошего не задумывают. Они достаточно глупы, чтобы делать это прямо перед копом. А ну стойте вы двое. Серьезно? Детям здесь нечего делать. Показывайте, что у вас есть. Серьезно? Ты что творишь? Ты что творишь? Сейчас не время для этого. Ты что, не видишь, что женщине нужна помощь? Ты что, дурак, что ли? Оук. Сейчас не время для этого. Но я могу только обыскивать. Я же не опасный парень. Ты же офицер полиции, твоя работа смотреть, чтобы беречь людей. Я слишком напуган. Я не хочу крови на своих руках, я не справлюсь, только не опять. Значит, просто повернешься к ней спиной, сбежишь и спрячешься, когда что-то плохое происходит. Если твой партнер бы видел тебя сейчас, он был бы в тебе разочарован. Прямо соль на рану. Что ты будешь делать сейчас? Действительно, отвернешься от того, кому нужна твоя помощь. Подумай о том, что твой партнер бы сделал в этой ситуации. Ну, он бы... Нет, я не могу, я не справлюсь. Хорошо. Если ты не поможешь ей, я помогу. Медленно так пошел. Прогулочным шагом. Блин. Дети похожи на уменьшенных взрослых эти. Девчонка, отпусти. Ты, блин, кто такой? Вали отсюда. Да, мы тут болтаем, а ты не вмешивайся. Извини, должен признать, я не смог пройти мимо мусора, не выбросив его. Я его понимаю. Ну, хоть кто-то. Спасибо, сестра. Нет, ты кого мусором назвал? Иди за языком, громила. Ну, джойстик с салатиком. Спасибо. За тарелкой, потому что надо есть. А я могу. Ты от меня поставил за километр салат? Так вот твоя тарелка. Ну, туда класть надо. Ты следи за языком, опасно говорить. Нос суешь куда тебе, куда не надо. Хорошо, что у нас есть куча японских салфеток. И тогда тебе нос этот открутят. Чего? Подожди, похоже, что... Нож! Если я что-нибудь не сделаю, Кирью-сан заколют, прямо как... Ого, мы слышим его мысли. Прямо как моего партнера, я не могу. Я не могу ему этому позволить снова случиться. На, получи! Я! Это у Кирью-сан дождик есть. Ух. Кирью-сан, хорошо, вы в безопасности. Да ты просто гей. Что? Ты в порядке? Женщину так спасать, он отворачивается. На! Я спешил. И правда. Мне надо было что-то сделать. Что за дерьмо? Я не хотел про это шутить. Ты это первый начал. До чего вы меня довели? Маленькая свинюшка будет теперь хрюкать. Ты испортил сюрприз, давай, который я планировал. Эй, ты вообще понимаешь, насколько опасно использовать так ножи? Кого-нибудь убить могут.
Да, это так и задумано. Эй. Классный свитерок у мужика. Смотри, как мой ковер настенный просто. Свининочка, если не хочешь, чтобы тебя порезали, подверни хвостик и иди в свой свинарник, ладно? Мой партнер, он бы никогда не отвернулся. А, что он там бормочет? Ваш шанс, мисс, убирайтесь отсюда. Хорошо? Ай. Вот черт. Не дайте ей уйти. Не так быстро, вы пойдете в станцию со мной, на станцию со мной. Да ты мертвый говнюк уже. Вот так-то лучше. Кирилл-сан, это моя обязанность как гражданина помогать полиции, когда нужно. Господи, Кирилл такой гражданин, я не могу. Тебя, говорят, все еще разыскивает полиция. Мы идем на улицу и помогаем полиции, как порядочный гражданин. Пройдемте в отделение. Спасибо. Да идите нахер вы оба. Разучилась уже за Кирю-то драться небось. Чё вдруг? Да, как кнопку заклинило. Какую? Салат не прошел бесследно. Вот эту? Да вот эту дурацкую, которая стиль меняет, блин. А зачем стиль меняешь? А это не я меняю! Это кнопку заклинило! Так это, блин, ты вот. Это не я, вот, это ты. Там специальная кнопка, которая меняет джойстик и кнопочки. Ну да, я виноват. Я думаю, что заклинило у тебя там? И что ты стоишь на месте? А Майти вместо того, чтобы, короче, ходить, просто меняет стили. С большой скоростью. Ух ты, мужик с большой палкой. Да. Ты напоминаешь мне одного другого чувака с большой палкой. Йолли? Нет. У него еще один глаз. А, этого. А Кирю с ней вообще встречался? Нет, по-моему. Нет, еще. Но визитку ему оставил. Ну и правда, Сереге оставил. Как Ода-сан учил. Эх, Ода-сан. Блин, он слишком опасен. Чап-чап-чап-чап. Ну черт, я хотел их отвезти в отделение, но они убежали. Спасибо за помощь. Правда, я думал, что мне конец, когда они со спины дошли. Это было прямо как когда моего партнера закололи. Когда увидел, что ваша жизнь в опасности, адреналин начался. Что это значит? Что, welcome to chat room? Да. Это значит, что чатик отвалился и обратно подсоединился. Может, чатик что-то говорил. Встречается Снежки. Ой, он много чего говорил, давай посмотрим. Ну вот, чатик, теперь не узнаем, что вы там говорили. Кирю такой порядочный гражданин, помогает полиции найти себя. Майти, блин, вот, он встречается с Нишки. А тогда он не был на стримах, что забыл уже кто-кто. Пика-пики. Я Натян. Я так рад, что вы в порядке, Кирю-сан. Да, фигня вопрос. Я должен вас поблагодарить хоть за что. Просто дыши поменьше. Я бы сбежал из этой ситуации, как всегда. На этот раз я не стал сбегать. Но только потому, что вы мне дали толчок, который мне нужен был. Да? Приятно, когда побеждаешь свои страхи, не правда ли? Да, мой партнер бы никогда не убежал, если бы увидел, что кто-то в беде. Он бы пришел и протянул руку помощи. Ах, руку помощи. Точно он был гей. Я все еще нервозный внутри, правда. Я так был напуган, что мое тело тряслось. Потом спорить мой партнер смотрел на меня сверху, смеялся над тем, как смешно я выглядел. Ха. Не знаю, не знаю. Я думаю, он был вполне горд тобой. А, простите. Что такое? Они все еще преследуют тебя? Просто... Спасибо, что помогли. Вы такой милый. Что, я? Я просто хотел сказать, как я благодарна. А, и я хочу вам вот это дать. Камень жертвы. Почему? Жертвенный камень. Спасибо, женщина. Я пойду. Куда она его достала? Вас хочу поблагодарить, а вам дать камень жертвы. Здорово, она назвала тебя милым. Че, меня милым? Да. Когда она была напугана, ты пришел ей на помощь.
Это делает тебя рыцарем в сверкающей броне с ее стороны. Кирюсан, я решил. Я не буду уходить из полиции. Я буду работать и изо всех сил стараться. Да? Прямо сейчас обыски — это единственное, в чем я хорош. Я не особо-то коп, но я встречусь со всем, от чего бежал все это время. Тогда однажды я буду первоклассным офицером полиции, прямо как мой партнер. Здорово, удачи тебе. Спасибо, Кирю-сан, вы не против, если я вас быстренько обыщу? Что сейчас? Да, быстро. О, да ладно тебе. Закадровый смех играет. Я знал, что вы особенный. Ты его обыскал. Извините, ужасно. Что у вас есть кое-что особенное. Особенное? Да, особенное. Доброе сердце! Что? Я был копом, который не мог встретиться со своей работой, и вы меня наставили на путь истинный. Готов спорить, ваш план был улучшить мою уверенность в себе, правда? Отстань. Ха, возможно. Но я тоже видел, что ты особенный. А? Что-то, что заставляет тебя копать глубоко, когда нужно. Храбрость. Ха, окей, ладно, вы перестарались. Ну, мы оба перестарались. Полагаю, над этим тебе тоже стоит поработать. Да, так и сделаю. Спасибо за вашу помощь. Та-дам! Мы подружились с офицером обыск Викум. Ох, это было неожиданно. Хочешь вставать? Она ела. А тортик? А то. Ну и в гольф играет. Ты хочешь ему зад подставить? Клюшку где-то потерял. Извини, я тоже не видел. Ну блин, опять не идите в сюжет. Ну что такое? Блин, нятя, ну это так не работает, правда. А что там, кстати, за восклицательный знак? Правильный другой салат. Почему-то Пикапик ничего не слышит. Почему? Спасибо за визит. Похоже, плебеи любят ходить в суши-бары. Звучит как место, в котором кормят скот. Но не важно. Добро пожаловать! Спасибо за важную мысль. Где мое финансирование? Ну, нас профинансировали. А давайте тоже профинансируем. Йокусу. По миллиону что-то много. Ну, это мы уже переводили. Я в горы тян всегда готова инвестировать. Йокосо. Дани. А вот и нятян. Сейчас буду инвестировать в нятян. Думаешь, он все на женщин потратит? На парк. Мишка теперь с бомжами живет? Кирю. Ну да. Кирю. Нишки. Нишки? Нанда. Что-то не так? Семья Дожима идет в офис семьи Казума. Они какое-то серьезное дерьмо заварить хотят. Дани.
Я надеюсь, на Ютубе есть видос там, где Кирю говорит Нане все ситуации из игры. 10 часов. Да. Или Якудза, но каждый раз, когда он говорит Нане, игра ускоряется по разу. Да, да. Это Шибусава. Его назвали следующим капитаном. Он всех лоялистов Казаны хочет казнить. Мы с тобой сейчас ходячие цели просто. Приказ от Шибусавы, да? Слушай, город будет наполнен людьми Доджима очень скоро, нам надо убираться. Эй, вон они. Кирю и Нишкияма, они разденутся? Надеюсь, раздевайтесь, раздевайтесь. Иначе зачем все? Не сохранилось. Нишки, Макото с Серой из консорциума Никлио. Что? Семья Доджима думает, что убили ее. И разобрались с пустым лотом. Но она жива. И пока все остается так, этот лот туз Серой и Казамы в рукаве. Они смогут побить, ударить Доджиму в спину с ним. Если мы сможем добавить им немного времени, возможно, все изменится. Что это значит? Что же, блин, нам делать-то? Ты иди в офис себе, Казама. Скажи Кашиваги-сан, что ему нужно залечь на дно. А я сдержу этих ребят. Кирю, ну, надеялся, мы с ним опять драться. Да иди быстрее, Нишки. Но можешь сначала раздеться. Уже иду. Не разделся. Они уже разделись однажды, Йоли. Было очень круто. Вам придется разобраться со мной. Много слов от маленького мальчика на побегушку Казамы. Мы вас всех похороним. Хочешь кого-нибудь винить? Вини Казаму. Расскажешь Казаме в аду. Какой граффити? Последнее граффити, которое я видел, это был Игоревич. Я забыл уже, что он делал. Это было смешно. Но Джикарпа и Гайардесы, да. А вот Фикусом не дралась. Ямеро! То есть они к следующей части уже покрасят свои татушечки. А пока они у них не раскрашены. Блин, я ненавижу таких, как ты. Я тебе сейчас врежу. Мне кажется, у Кирю восприимчивость к электричеству. Потому что он медленно ходит очень. Забыл, как в покемонах называется. Ты не туда нажала. Уязвимость. Уязвимость, точно. Или умайте. Раскидала. Интересно, как ребята из Казамы держатся. Надеюсь, они в порядке. Идите в офис Казамы. Заперли. Даже улицы вон пустые, смотри. Карантин. На следующем повороте поверните направо. Сработало? Мотыгей! Реально побежали подбирать. Не могу поверить, что это сработало. Кия. Ну вот, Симус. Он тебя не заметил. А чё? А, ладно, неважно, потом разберемся. Кирю под сырого музыка так вот бежит. Как Аяки. Он так спешил. О май. Ого. И тесовы с соусом. С перчиком. Набухался? Так-то да, лучше. Набухался. Слегка. Конечно, на что это влияет? Я не поняла. Я где-то видел теорию, что быстрее получается танцевать, когда ты сильно набухаешься. Да? Но кажется, на самом деле это не так.
Нищий, подожди, когда не тянет. Здорово, Одиш. Привет, Одиш. А что за граффити, сестра Нтян? Да, что за граффити? Кузьма. Кузе. Кирио. Анта хиторика. Ты один? Да. А где? ВК. Я писал когда? Тебе в ВК, но ты был в сети 15 минут назад. Я попросил с семьи уйти. Никаких говнюков не будет стоять между нами с тобой, и мы всерьез этим займемся. Сколько можно тебя сбивать? Не, мне не приходило, видимо, тебе пришло. Картиночка. Вот это я понимаю, рисоварка, спасибо. Мы еще не напали на офис Казана. Нишкияма сейчас там. Это для пика-пика, да. Твой план семьи Казана. Мы только делаем, что бьем Кузю, блин, в этой игре. Семьи Казана. Точнее, какой план на Казаму-сан? Спасибо, чатик. Я думаю, 4, да. Они все умрет, дурак. И семья Казама, и ты. Он без очков. Шибусава теперь всем заправляет. Но кто бы не заправлял, у него достаточно простая работа. Мама Майти слишком стильная, чтобы драться с вами лохами. Она только может стрелять девочек, чтобы нас напугать. Дед бил-бил, не добил, баб бил-бил, не добил. Только как все происходит сейчас в семье Доджима, весь клан Доджа скоро будет под нами. Это значит... У нас все наземные войска будут, которые вас, крыс, выкурят из нор. Эх, Маоми. Может быть и так. Но я лучше буду сражаться с сотней панков из Тоджо, чем один на один с тобой сейчас. Да, достал. Ты здесь по одной причине. Чтобы сломать меня. Нет худшей драки, чем... Раз против кого-то, кто будет рисковать своей шеей, не думая о том, что он получит или потеряет. Значит, ты это понимаешь, да? Единственное, что меня сейчас ведет вперед, это гордость мужчины. Мужская гордость. Пока у мужчины есть гордость, он может умереть с улыбкой на лице. Будет здорово увидеть, чья гордость умрет сильнее, твоя или моя. Блин, Кири, нам просто деньги кидать и бежать. Ну, сейчас кинем. Давай разберемся с этим, господин. Кузя Аники. Дядя Кузя. Вредный говнючоныш. Я готов. Лучше тебе бить, как будто хочешь убить меня. Я не хочу, мне опять сейчас придется вспоминать, как уворачиваться. Я ненавижу это дерьмо. Это сложно. Это еще с Шибусавой не дралась. Что это? Это молчаливый ублюдок. А что с ним? Я слышал, что он вертлявый, как... Как три кузи. Какой музончик-то? Ты зачем знаешь? Щекастый ублюдок. Блин, я не хочу с тобой драться. У меня вот нишки с собой есть. Всегда с собой беру. Я всегда с собой беру. А чё, у меня суши нету прямо? Ого, ловко. Кузя, почему ты без половины хп к тебе пришёл на первой фазе? Интересно, почему? Очень грустно ему, видимо. А чё, вы специально оделся как Кирю, чтобы я вас путала, да? Щекастый ублюдок. Мочи. Ого. Первая фаза прошла, осторожно. It's a killer. Don't die.
Не помню, как уворачивался. Нижняя кнопка, которая бегает. Ого, да это хорошо. Не упала даже. Блин, круто, ты прям так... А потом на, и наваляла ему. Капец, вы тут все живучие в этом городе. Такая пианика классная заиграла. Здоровье. Не могу поесть, пока меня бьют. А я могу. Все же, как уворачиваться? Нижней кнопкой. Ну, блин, на как? Которая бегает. Один раз нажимаешь, он кувыркается. Ой, правда! Видал? Угу. Как я это сделала? Нажала. Куда? На кнопку бега один раз. Ее не держать, надо просто нажать. И в какую-нибудь сторону, скорее всего, идти при этом. Насчет этого не уверен. О! Так, мне осталось понять, как это делать. Подожди, не бей, я кое-что попробую. Бесишь. Ненавижу ВЛЦ. Поставил и башкой врезался. Так себе был план. В ЛЦ это плеер распространенный. У него на иконочке нарисован конус дорожный. Хорошо, что у нас мишки с собой есть. Да, что ты без мишки делала. Блин, я ненавижу, когда надо драться не так, как я люблю драться. Раскидывай всех вокруг. Смотри, я даже Тайси вот не могу, видишь? Вижу. Он меня просто приклеил и все. Ну, с ней его можно, наверное, победить как Симоза, но ты этот стиль не любишь. Я и говорю, я не хочу менять стиль, но поэтому меня это бесит. А Кузя-то по-разному дерется каждый раз, я смотрю. Ну еще бы, блин, иначе я бы сдохла с ним драться. Совершенно 15 тысяч раз одинаково. Вроде мужик один, а как будто разный. Так же круто в Новый год. Как? Салатик. Просто мечтал о салате 15 лет. Да. Этот Кузя вооружен клеем. Стоял, выжился спиной к нему. Вдохнул салат. Зачем? О, класс, нятен. У меня нет. Я думал сегодня Байкал заказать, но пожидился. Куркайся. Как? О, ну или так, просто отойди. Я не знаю, как куркаться. Ты же научилась. Ну, пока меня бьют, я ничего вообще не могу делать. Ну, он перестает тебя бить. Комбо заканчивает. А он никогда не заканчивает. Закончил, видишь, и новый бьет. Но как раз есть время отойти. Вау, как-то ловко. Наскучит, наверное, тогда салаты. И сил никаких не хватит каждый день салаты готовить. Мне уже наскучил твой салат. Он соленый, капец. Что один, что другой причем? Ну, тот не нарочно соленый. Я люблю более кислые огурцы. А эти более соленые. Мне так смешно, когда его бьют почему-то. Кирюшу? Да. Так это же дядя Кузя его бьет. Дядя Кузя, блин, учим. Ты что творишь? Ты видишь, он покатиться не успел. Yeah.
Когда у него за комбо заканчивается, Кирю падает. И не может встать. Угу. Это когда он второй комбо заканчивает, поэтому надо после первого ходить. Вот что ты упал? Ему в спину попали. Га, он крутится, как юла. Уход, ты дошла, наконец, за последней фазы. А я не хочу. И недооценивай да, меня. Хуже. Давай. Что такое, Кирю? Не дожала. Надо было жать как больному? Да. Я просто не поняла, что от меня хотят. Жать как больному. Далеко вперед смотришь, Нятян. Пройдем ли мы сегодня Кузю еще вопрос? Почему? Класс это сделала. Как он это сделал? Ну это не Dark Souls. Ты, по-моему, не неуязвимая, когда кувыркаешься. Нет, я делаю вид, что сомневаюсь. Вау, вот классно. Мотоциклом его. Классно подпрыгнул. Ого, на последнего хп просто выпила банку. Такой музончик. Легкий Кузя. Блин, я их опять перепутала. Я думала, это я его бью, это он меня бьет. Готовься. Так, надо их жать, да? Может быть сейчас что-то... Да, X жрать, как сумасшедшему. Да, вот так. Господи, как тупо. Смотри, он выдержал челюсти своей. Невероятно тупо! Пау, классно. Мурашки похожи. И он снова достал из кармана колесо. Да, это вот это было смешно. Я не помню эту цитату. Теперь она нас останется в аналах истории. Это чертов монстр, малыш. Ты только сильнее становишься. Дядя Кузя. Я все вижу, знаешь ли. Капитан Казама. Он знал, что это произойдет. Он сдерживался. Старался не дать тебе превратиться в настоящего якузу. А мы сломали печать. У меня доджима это сделала. Да. Но ты не единственный. Есть еще один парень, который сейчас сражается, чтобы стать настоящим якудзой. Иди в консорциум Никио-Кири. Он там. Шибусава там. Шибусава в консорциуме? Никио-Рани. О мой бог, мы выпустили монстра, да. Макимура Макото же жива, да? Что? Шибусава заставил убийцу в нее выстрелить. Но он не целился, чтобы убивать. Тряху Доджиме, правда, это не сказал. Он позволил консорциуму забрать ее. Смотрел, как они двигаются. Они привели его прямо на их базу. Фига у него планы у этого Шибусавы.
Что? Ему нужно избавиться от вас всех. От девчонки, от Сереги, от тебя. Всем, от всех, кто хотя бы мигал, подмигивал капитане Казами. Это единственный способ для Шивусавы получить контроль над семьей, над капитаном Доджима. Единственный способ для него стать настоящим якудзи. Кирю. Что таким голосом страшно заорал Нишки? Из маленькой Азии пришли сообщения. Шибусава ведет семью Доджима на Шибауру. Разве консорциум Никио не в Шибауре? Да, Макото там. Серьезно? Вот дерьмо, нам надо идти к Кирю. Я машину сейчас привезу. А была бы у тебя своя машина, жалко, что ее нет, не так ли, Нишки? Да то зажигалку вернул. Тебя лучше знать это, Кирю. Ты собираешься войти в самую глубокую, самую темную, самую дерьмовую яму в мире якудзы. Казама тебе не давал идти по этому пути очень долгое время. Но если это твой выбор, тогда иди. Просто Кузя известный фрик. Все время так делает, видимо. Уже никто не удивляется. А, дядь Кузь, да. Так вот. Да, я готов ко всему, что последует. Мать, звенит. Я нога замерзла. А носочки надо было надеть. Может, перерыв тогда? Ну, сходи в аптеку пока. Я хотел чаю налить. Или ты нальешь? Я схожу за носками, дому налить перерыв. Ну, да. Так, где там аптека-то была? Кстати, может, денег заберем, раз уж мы здесь. Нам, правда, их некуда девать. О! Мэй... О, хочешь к нам на работу, Майти? Кто? Полицейский. Кирюсан, как дела? Кикучи, как дела в полиции? Благодаря вам я могу работать с полицией. С другими делами, кроме как обысков. Хорошо, я рад. Но с тех пор, как я... Потому что я так долго делал обыски, я вышел из формы. На самом деле, очень много лажаю. Офицер полиции должен быть гораздо сильнее, верно? Я уверен, что бывают времена, когда надо физически вмешаться, чтобы разбить драки или поймать кого-нибудь. Да, мне нужно вернуться в форму, но я не могу найти способ. Способ вернуться в форму. Я знаю, наша компания нанимает security. Интересован? Даст мне шанс вернуться в форму. Правда, это будет лайтинг, чтобы это не было. Я не могу это делать. Ты прав. Тогда я не буду тебе платить. Как насчет я куплю, буду покупать тебе еду вместо этого? Интересно, подойдет ли это? А, типа полицейских нельзя на работу брать? Мудлайтинг. Я уверен, что это тоже не подходит под правила. А, пофиг, я же вам должен, Кирю-сан. Позвольте мне помочь вам. Неплохо, неплохо. Отлично, спасибо за помощь. Да, я стану сильнее, я стану офигенным полицейским, как прямо как мой партнер. Совершение незаконных действий ночью, мунлайтинг, вау. Уничтожение по ночам посевов и скота. Давай, или ты будешь бизнес. Ну, я хотел в бизнес быстренько зайти, пока тебя нет. Но ты уже пришла, поэтому наняли человека за еду, да. Че, больше писем писать не будем? Нам не разрешают. Жалко, нельзя даже радио послушать. А нет. Вдруг там открыточка от гора-гора-гора тян. Бросаем деньги в Сачика! Сбросали деньгами. Мы уже половину чего-то там владеем. Блин, сестра Нятя, наш на эту открыточку точно бы прочитали стопудово. Мы бы выиграли 3 миллиона сразу. Жалко, что мы уже выиграли. Так, это что?
Еще тоже еда. Так, магазин тоже ее, да. Нам адвайзеры новые нужны. У нас там из хороших адвайзеров только мужик, который панк, рок играет. Так, суши. Имисени Маттана. Так, видео мальчик. Мой гуру-сэр. Берем офицера. Сачика, ну пусть продолжает, чем что. Чё-то мы магазинов не покупаем совсем. Потому что мы заняты. Мы... А, ну да. Мы в Сатанборе тусим все время. Ты мой брат, я твой брат, сердца наши бьются в так. Я не знаю, что это, но звучит где как метал. Где аптека? А, я не успел посмотреть. Вот она. Два квартала направо. На другое право. Беда меньше восстанавливает. К тому же еда не дает спирта для горелки, для горения. Вот баночка с орлом самая крутая, она восстанавливает все хп и еще... Ого, такого еще не было. Круто! Нам все равно, скорее всего, на такси все равно в какую сторону идти. Не обязательно возвращаться. Кого бить-то? Куда вы сиделись? Надеваем. На. Да, кому вообще нужно лево, когда есть право и другое право? Целых два права у кого-то есть. Не всем так везет. Я заблудилась. Ты правильно идешь. Тебе прямо и налево. Прямо. А я где? На следующем повороте налево. Налево за мужика. Вот он огурец. Наш любимый жираф. Аригато гозаимас. А, нам только на одно такси все. Ну ладно. Тогда вот надо возвращаться. Лучше жираф, это, конечно, Мэй. Сбросил рога. Я линяю. Емите кудасай. Классно, они синхронно палки достали. Долго тренировались. А, там Нишки ждет около такси, понятно. А, слушай, да, можно такси доехать до нужного такси. Кирю такой заботливый. Тут иногда во время касцены надо жать на кнопки. Угу, а я неожиданно. Когда вижу касцену, я смотрю в чатик, потому что она идет долго, а оно там само без меня разберется. Поэтому я никогда не это самое.
Она подавила тебе, подарила тебе бинтов. Она подумала, что мне пригодятся таким образом жизни. Ну, мы сейчас в центре города, быстрее будет, наверное, все-таки до Нишки набежать, чем на такси садиться. Да что ж такое-то, ё-моё, не где вы там? Напугала мальчика. Он первый начал. О, полезно. Так, может, все накупили. О, какой костюм. Ты снимешься? Ты умный самый, что ли? А? Иначе Нятян скажет сохранить. И что, тебя это пугает? Тебе придется возвращаться. Не придется. Ну да, я самый умный, извини. Кирю, садись в машину и все закончится. Нет гарантии, что мы сможем вернуться. Осталось что-нибудь сделать. Если сейчас, то делай. Ваш последний шанс, прежде чем. О, нет. Блин, как бы. Сейчас финальная битва. Выберите переключиться на Маджиму, чтобы сменить протагониста. После переключения на Маджиму вы сможете вернуться к Кирю. Вниз. Ну, так что подготовьтесь. Короче, поехали. Давай свичну Маджиму. Нет. А, за него типа тоже что-то сделать, типа, имелось в виду или что? Я неправильно. Я ничего не понял. Насрать. А вот и Маджима. Узнаю по брючкам мятым. Мне кажется, у него травма. Да что ты говоришь? И не одна. Возможно, это мой последний день на земле. Ангел... Ангел тьмы. Надо убедиться, что я все сделал. Так, убеждайся, иди. Секретный офис Сагавы. Ничего не осталось в списке. Это конец линии. Если пойду, то пойду без сожалений. Пофиг, пошли. Сначала прогуляюсь по городу. Пришло время положить конец этому. Я сейчас с одного пульта буду ими двумя одновременно, что ли, рулить? Вау, будет круто. Понадобится второй пульт. Блин, я думал, это Кирю. Думаю, что какой-то он лысый. Оу! Погоди, погоди. Че, игнорируешь нас? Ой, это опять эти парни. Да, это опять эти парни. Че, забыл, кто мы такие? Дерзкие какие стали. Если думаешь, можешь пройти мимо нас, может, нам лучше опять надрать тебе задницу. Когда видишь нас, должен голову наклонять, дурак. Чтоб нас разогреть, давай сюда кошелёчек. Деньги. Что такое? Слишком занят, обоссался. Ах ты с... Простите. Простите. А чё люди не собираются и не аплодируют ему? Потому что это не ты управляешь.
А. Смотри, мы собрались. А что не аплодируют? Слишком быстро все закончилось. Смотри, Неотян в чатике одобряет насилие. Что ты прикапываешь к мусорам, Маджима Тян? Опять ты! Что, есть время играть? Девчонку нашел? Я не играю. Скажите, Шимелу побьем. Я должен быть в другом месте. И где же это? Семья Доджима. Семья Доджима? Эй, ты что за игру затеял? У них там девчонка? Макимура Макото мертва. Расстреляна убийцей семьи Доджима. Эй. Можешь сказать патриарху Шимана. Пустой лот теперь ничейный. Потерял коня. Эй, мне ответы нужны, Маджима. Точные. Девчонка, она мертва? Руку убери. Мне хватит твоих приказов. Наконец-то. Да. Ты. Оставь девчонку в покое. Кто-нибудь на нее двинется? Даже если сам патриарх Шимана, я буду там. Подожди, так ты направляешься в офисы Доджима? Доджима хочешь видеть? Один? Девчонка тебя в могилу загонит, Маджиматян. У тебя глаз бешеной собаки. Видимо, не ушатаем. Сукин сын наконец вырвался из клетки. Майти какой-то Джон Леннон или Майкл Джексон? Миракл Джонс. План тот же. Офис семьи Доджима. Уже трупы. Мы опоздали. Он без нас всех замочил. Это кто-то, черт подери, такой. Специальная доставка от Макото. Убийца, который вам в дерьмо втопчет сейчас. Мне кажется, его довели. Ну да. Токио, порт Шибуара. Это такой плохой родитель. Вроде бы и говнюк, а вроде бы научил чему-то. Босс, Сера не вернулся на корабль. Ваши приказы. Все в порядке, начинайте. Хорошо. Цитата в рифму. Это халаш, что ли, там? Видимо. Это счет за дерьмо. Вау, у вас похожие пикапики с пикапиком. Кирю, семья Доджима. А я в Твиттер не писал, наверное, поэтому не пришел. Я сказал, что они собираются убить всех на корабле. Думаешь, мы вдвоем сможем справиться? Тут очень мало людей умерли от того, что их расстреляли. Пришло время. Шибусава. Книжки такой младший братик. Нам играть будешь, Кирю. Теперь-то мы с Нишки поделим. Теперь-то мы разделимся. Ах ты ж. Консорциум. Стреляйте. Я смотрю, никто не попадает.
Да, стреляющее по оружию, это не по-пацански, я согласен. Пикапик сечет. Доктор тоже сейчас кого-нибудь заколет. А эти чуваки не хотят, чтобы их стреляли. Начнем Кирю. Поэтому они пошли к Кирюше. Просто у них пушек нет. Поэтому на Кирюшу отправили тех, которые с трубами. О, Казамыч едет. В смысле его сын. Что это? Ого, у них молотов, смотри. Папуля. Я не дождусь, когда мне надо будет драться. Кашиваги-сан. Это семья Казама. Кирю, Нишкияма. За Шибусавой на блодку, быстро. На блодку. Этот мусор на пире. С этим мусором разберется Казама. Кирю, давай. Погнали. Да. Я смотрю, у них в городе вообще все якудза. Ну и сколько народа. Полный город якудз. Блин, они не раздеваются. Они уже раздевались, все. Блин, жалко, я не могу бежать. Ты что стреляешь? Это нечестно. Да он еще из базуки стреляет в тебя. А у меня нет бронежилета, блин. Я сейчас сдохну так. У меня нет бронежилета? Смотри. У тебя много разных фигней есть. Вон тапочки красивые, смотри, миленькие. Какие с носом и... Отвратительный звук, который... А чего отвратительный звук? Который они издают... Благодаря отвратительному звуку, который они издают, все будут на тебя нападать. Дают удачу финансов. Прикольно. Надо было прикупить. Ну ладно, поздно. Кто белые? Кто белые, я пропустил Гёля. Тапочки. Вообще тебе надо на корабль. На них можешь забить, наверное. Меня застрелили. Ладно, мне придется сменить режим, хоть я и не хочу. Просто смени режим и пробеги мимо всех. Хрен с ними. Не обязательно бить, наверное. Там мужик с диваном стоит. Он с этим диваном везде просто ходит. Гнули. Какой сам? Левый. Розовый. Да? Ой, я не могу бежать. Ты чё, блин? А, как неудобно. Ух ты, как классно полетел. Летающий Кирю. Блин, может, правда, мимо них не получится пробежать. А чё они стреляют в меня вообще со всех сторон? Тут мужик этот с диваном. Я не могу его обойти. Нельзя обойти, блин, обидно. Вот тогда придётся. Ты меня обманул, мне надо всех бить. Мне кажется, казалось, что это было бы прикольно. Доставай свою рыбу! Не хочу. Ладно. Классно повернулся. Я тебя обманул. Из-за тебя меня убили, Игоревич. Любимый диван. Чувака зовут Акита. Да. Нишки-то что делает тем временем? Кричит. Ой! Ой! О, смотри, берёт, реально. О, пистолет на матче. Да, я тут все с пистолетами. А вон один с гранатами. Прям в бочило. Нечестно, а чё они друг к другу не попадают? А как вообще с этим бороться? Они просто меня стреляют со всех сторон. Свою пуху доставать. Так любой дурак может. Да-да. Я если пуху достану, они все полягут сразу и всё. Ну да. Которые враги блокируют
путь, их им пофиг на атаки. Они пойдут на тебя, когда оружие поднято над головой. Это про диванеры. Про акипов. Ох, расчихался. Чего? Я расчихался. Почему? Березка. Уже началась? Не, наверное, занос. Куда-нибудь из Подмосковья. Киви не гранат. А у нас, кстати, есть, по-моему, гранаты, нет? У нас есть гранаты, есть киви. А, и правда. О, у тебя пух в руке, кстати. Я не умею ей пользоваться, как видишь. Все, что я могу. Да хоры меня стрелять. Нишки, спасай. Где ты вообще? А Нишки там такой деловой, говорит, что ты творишь? А, вот. А, ты ему не помогаешь просто. Да, ну что-то тебя... насилуют. Все, тебе пидоры с пистолетиками. Да. А, как неохота менять режимы. Ненавижу это. Я не рождена для да других режимов, просто застрели его. Кроме вот этих. Ну, бардак у вас здесь. Классный музончик. Классно, да ё-моё! Какой придурок стреляет из гранатомета в меня? Я из-за этого, блин, улетаю и не могу ничего делать. Я только добегу, у меня стреляет из гранатомета, я улетаю на другой конец. Да и китана. Почти всех замочил. Ого, там Нишки Акиту дамажит. Смотри, 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 драка века просто. Нет, не Шикун. Кто такой Вася? Вася. Которую ты сейчас мочишь? Вася и Вася. У него тоже... А, это Акита, а тот на самом деле не Акита. То и Вася как раз с диваном. Ну что с тобой, Кирилл? Потрепанная железная труба. А Джим потерял. Потрепанная как Маджима. Да, но все еще живая. Мать сбросила рога, да. Она жираф, который сбрасывает рожки. Ой, все, она один остался. Да, Нишки справятся. Давай полюбуемся, как он дерется. Смотрите, это мой братюня. Правда классный? Давай, Нишки! Ой! Ну, тут пуха валялась, просто подобрала. Нишки такая, ну, бро, я сам справился. Да ё-моё, опять с пухой! Там что, мужик? Кто с пухой у вас тут? Так, я вижу, где справа. Нишки наши Нишки. Блин, почему те, которые с пушками, они куда-то убегают все время, чтобы я их не могла бить? Как ты думаешь? Они что, такие умные, что ли? Кресло мочи. Я не могу подобрать. Ого, классно вернулась. Я случайно. Знаете, придумай скороговорку про Нишки.
Мишки штанишки. Я хотела поднять Нишки. Плюшевый Мишка Нишки сшил штанишки. Да где чувак стреляющий? Не вижу его. Он слева... А, нет, он не слева. Слева от меня. Он там, там. Его Нишки. Блин, уже спасибо, уделал. Нишки. Настоящий брат у меня. Шелнишки, штанишки, плюшевому мишке. Плюшевому мишке, шелнишки, штанишки. Шаурмишки. Покушал шаурмишки. Деньги сыпятся, походу, в кресле были. Излишки шаурмишки. Обменял на крышки. Опять открывает двери. Человек-ключ. Диван надо было взять. А-а-а, опять стреляет. А ты что ждала? Я вообще ничего стрелять? Не ждала. Очень больно. Капец, я так сдохну сейчас до того, как дойду до конца. Надо было мне стрелять. Жили-были нишки-нишки, собирали они шишки. Стреляет вроде сильным ударом, который верхняя кнопка. Жили-были мишки-нишки, собирали они шишки, пробовали их за крышки, чтобы купить себе штанишки. А-а-а, он опять стреляет! Как же я зла! Злая моя тьма, воистину. Мишки диваном шишек насыграл, да? О, класс. Видала, какой бро твой классный. Мой бро вообще супер, он лучше меня тебя играет. Тебя защитил там. Он еще ни разу не прибухнул, я уже выпила все, что у меня с собой было. Открывай. Серёжа. У тебя была пуха все это время. Сам, как ты тоже. Типа, у вас челлендж без пушек. Вот дерьмо, они за нами. О, черта, Кашиваги сам. Кирю, я их останавливаю. Тебе надо дальше одному идти. Нет, не хочу одному. Нишки. Не волнуйся, я буду в порядке. Ты должен держать Макото в безопасности. Если не поспешишь, Шибусава ее убьет. Но. Иди давай. Если мы его не остановим здесь, как мы снова посмотрим в лицо Казуми-сан? Или Тачибане, когда придет время? Через 5 минут примерно. С моими успехами. Если... Кто-то должен уделать Шибусаву, то это будет ты. Иди и прикончи его. Хорошо. Начинай бежать, как только я начну стрелять, понял? Тебе лучше уделать Шибусаву до того, как я доберусь до тебя. Ладно, пошли. И остановился. Там забор, смотри, ты самый поставил. Ррр, злой. Смотри, кушает хорошо. Куда ты дел кресло? Я специально подобрала, придурок. Так как Хаши.
Пик. На. Фига ты толстенький. Это что? Это как ты сделала? Я не знаю. Тяжело же мне придется в конце, учитывая, что я уже почти все сожрала. Да. На басяре-то. Тут горит у вас что-то, ребят. Тут пожарно позвонили. Такая кровища видит. Блин, стоит загадочно, смотрит. Ой, доктор там. Доктор, вылечите меня. Мэти взяла боеприманку вместо хилок. А, вот что они ко мне липнут. И карпа. Он молчаливый. Да уж. Почему они... у них нет аптеки на корабле? Да, посмотрите. О, мужик с диваном. У него бочка вместо дивана. Да застрели его просто. Ой, я не ожидала такого. Интересно, почему. Мишки такой, торопись, надеюсь, ты убьешь Шибусаву до того, как я до тебя доберусь. О, да, да, детка, бери, доставай! Как? Вниз. Куда блюдать? Никак. Как стрелять? Верхняя кнопка. А чё он не стреляет? Значит, левая. Нет, а правая? Всё равно не стреляет. Ну, всего-то три кнопки, одна из них должна стрельнуть. Ну, четыре, ладно. Ни одна не стрельнула. Ты видишь, чё творится-то? Может, мне заряд кончился? Ну, он реально кончился, ее как-то перезаряжать, видимо, надо. Блин. Отлично жму на кнопки. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Я не знаю, почему лево нажимается. Салат попал туда, наверное. Все. Просто. Теперь моя бочка. О, пошли вперед. Может, ну их? Время стрелять будут. А, вот, да это, вот эти стреляют. Да? Да. Он аж сдох. Я тоже так пальчик ударю, с лестницы лечу. Я думал, у меня это бил. Обидно. Как же ее перезаряжать? Ну, то есть, Маджима понятно, как перезаряжает свою кучу. У него что-то было, типа, починка какая-то. Кирюша-то, все, одноразовое. Забралась и начала стиль переключать. Я продолжаю стрелять. Да я хотела в них стрельнуть. А я ничего не успеваю сделать, они в меня первые стреляют. Я думаю, тебе надо к ним бежать и уклоняться. Там Хан Соло, наверное. Или выманивайте этих близких. Смешная шутка, ё-моё, смейся. Я занят был. Строил тактику, понимаешь, Хан Соло, почему? Потому что Хан Соло стрелял первым. А. Я пропустила смешную шутку про Хана Соло, сестра Нетя. О, видишь, ты их выманила. Так я еще жив. Давай, бочка его.
Нота не моу. Ладно, я сейчас выйду, эти пидоры в меня там стрелять будут, блин, не хочу. Это вот этих двоих добей, потом иди и стреляй пистолета. Ну и так тоже можно. Блин, почти. А, все. Ты справилась. Yes! Правда, что ли? Тут закрыто. Закрыто? Что надо-то? А, вон, в обратную сторону. А, может, я их не добил? Да я этих не добил, они вот живые, видишь. Поэтому тебя не пускают дальше, как тупо. Ну, не тупо, но все равно один. Человек-ключ, блин. Спасибо. Ты не мог перелезть. Хи-хи-хи. Ой, какой толстенький. Еще толще. Они там все толще, толще. Фига он отбивается. Йошикава, море и Иде. Мне кажется, они должны были в 10 раз больше урона получить этим толстым мужиком. Да. Давай. Этими самыми. Как Мистацу учила. Я тоже сестра Нятян, но шутка хорошая. Как ты не понял? Ну, я не понял сразу. Тебе пришлось подсказать. Все дело в том, что Майти застрелили до того, как она застрелила их. Потому что консола стреляет первым. А, ты не знаешь? Ну, короче, в «Звездных войнах» там сцена была в самых первых, который четвертый эпизод. Типа консола с инопланетянином сидят за столом, и инопланетянин говорит, что я тебя, типа, сдам, убью и жабе отдам. И консола просто посреди разговора бах, его застрелил. До того, как тот что-то успел сделать. Вот и сейчас. Синеморный, да. Вот. А потом, типа, когда сделали супер переиздание «Звездных войн», где всего там подрисовали, попеределывали, там, типа, сначала синемордый в него стреляет, а потом уже Хан Соло в него, потому что, типа, он хороший парень. Опять так далеко? Ох, как гемор. Зато хилка не потрачена, и здоровье восстановилось. Толк, сейчас потратится и испортится. А ты не трать хилку. Хотя нет, трать, ладно. Он отбил. Ну вот, и все ругались, что это... Что, блин, персонажа испортили. Нахрена вот делаешь, что он, типа, не стреляет первым. Такая сцена классная была. Хикирю как разозлился-то. Мне нечем стрелять. Соль у тебя есть. Стрелять есть? Да бери соль и мочи. Блин. Ну все, мы здесь навсегда. Отстой. Надо было зарядить нашего лосося. Как его держать-то? Я не знаю. Ну, у Маджимы была такая опция, типа, чинить. Это, возможно, оно. Может, надо было Маджиме отправить посылку. А, умно. Может, добьем их так?
класс. Бочку сломал. Да. Ого, ты его прям невидимого. Покачивал. Блин, как я в него попаду, если я косой? Тут еще попало. Пидор в меня стреляет. Сзади, а прикольно, спину. Тут не хитсканы. А? Тут не хитскановые пистолеты. Что это значит? Ну, типа, когда ты стреляешь и... Ну вот ты стреляешь, там видно, что пуля летит, и пуля попадает в него через какое-то время только. Если он за это время отойдет в сторонку, то она не попадет. А хитскан — это когда ты, типа, стреляешь, и он мгновенно его дамажит. Как он быстро придвинулся к двери. Блин, как же много раз придется это все проходить. Думаешь, не справишься? Уверена. Хе-хе. На, кушай. Блин. А почему? Вот уроды. Майте, ой, ой, ой. Море почти добили. Ну ничего, я уже поняла, что когда тут несколько раз подряд сливаешь, становится проще их мочить. Да тебе кажется. Я уверена, Игорь, что это так и работает. Я окончательно убедилась, как с Кузи дралась. Да я не верю, что все так плохо. А я верю. Потому что я играю, и я чувствую разницу. Да просто ты лучше начинаешь играть. Это как в Денди, когда 10 раз пытаешься игру пройти, на 20-й раз она уже так легко проходится, хотя ты там, блин, на первом уровне сидел по 100 лет. Блин, ты еще живой. Сестра Нятян, да, там такое было? Называется по-английски, не могу вспомнить. Ну да, видимо, да. Только при этом тебе еще ничего не говорят. Вот это просто Мои я ненавижу. Меня застрелят. И мы начнем заново. Хрен Уклоняйся. Я не умею. Ну, бегом. И мне нечем стрелять. Тапай бег и беги к ним. Ну, как автоподбор сложности. Ого, блин, да ты хороша. Ты на карту лезешь. Извини. Я не понимаю, как они друг в друга не попадают? Это нечестно. Да. Мне еще понравилась другая вещь, но в Биошоке есть босс, который типа неубиваемый, и там типа надо проиграть, ну как бы, то есть там сюжет дальше идет, когда ты ему проигрываешь, поэтому если ты хорошо играешь, ты там сидишь час на этом боссе, два, блин, как же его убить-то, господи боже мой. Ну, это понятно, сестра Нятян. Но я вот, меня вот бесят такие штуки. Когда я хочу сам, типа, затащить. Мне кажется, тут нет такого. Шибусава. Шибусава. Я съел все хилки Шибусава.
Ого, резкий переход. О, здесь Кирю дрался когда-то, помнишь? Да. Первые драки Кирю. Ваза опять стоит. Починили, склеили. Как тараканы на убийство. Нужно больше, чем несколько маленьких жучков, чтобы меня остановить. Этот парень псих. Совсем сбрендил. У тебя шансов нет, мальчик. Вы, ублюдки, даже не считаетесь мой список тел. Теперь убирайтесь вы, мешки с мясом. Смотрю, Маджиме хорошо. Он бы с Гибли сошелся. Это считается за одного. Вот не... Маджима проще, потому что он быстрый, блин. Да, помнишь, ты ненавидела стороны... из него играть. С другой стороны, я не могу подобрать вазу. Можешь, если стиль переключишь. Нет, это не считается. А, ну и Кирюша тоже есть быстрый стиль. Сатуда. Я как раз сегодня в паблике с абсолютно всратыми мемами читала, какой Кал мой любимый стиль. А я читал в паблике с модами, как они все разные стили делают и добавляют в игру. Задроты. А, динамик. Динамическая, да. По динамической сложности. Не помещаюсь в битую дверь. Близнецы, братья, смотри. Класс. Там по-разному пикапик, но я не вчитывался, честно говоря. Фига, сейчас слишком тот. Путь сделано. Мужик, открой дверь мне, пожалуйста. Ты мне нужен, мужик. Я не умею открывать двери, я умею только мужиками. Ну ладно. А что если мне так? С пузырьками, видишь? А, почё, газированный? Газированный торт. Почему? Потому что я его слепила из того, что было. Из газа? Воздуха-то полно у нас на планете пока. Прорвались! Самый раз цитата. Блин, он бежит там же, где Кирю. А, чё стреляете-то? Хорошо, что в бронежилете. Отрезал тебя тортик. Спасибо, Игорь. У нас оставалось... А, ну сейчас я чаю ещё. А, что ты орёшь тут? Нагуглилась в стране Тян.
Онитян. Аники. Так, где этот пидор, который меня стреляет? Ага, вот он. Иди на выстрел. Надо было Кирюше купить бронежилет, он без него страдает очень сильно. Да, есть такое. Я смотрю, Маджими вообще норм, когда в него стреляют. Маджими вообще бессмертный уже какой-то. А он другим, что ли, путем пошел? Он не стал прыгать, как Кирюша? Не стал. Он что, больной, что ли? А Кирюш в туалет прыгнул. Кирюш хотел в туалет. Так, еще один. Вот, пухой прям. Кирю из такой пухи поубивал людей. Баканай. Ну, то есть никого он не убивал, просто стрелял в них из пухи. Это Кузя. Не могу посмотреть! Глаза заняты! Ой, Майти, ой! Маджима просто звери, достал охотничье ружье. Ой, Майти, ой! Иногда такая стратая музычка играет на битвах, особенно у Маджимы. Так что там, давай. Кузя Аники. Да, глаз занят. Маджима себе вот мандаринов накупил вместо лечилок. Он не хочет их никому в рот пихать, в отличие от Кирю. Он их себе режим, наверное, покушать тот купил. Чатик прям, тьфу, бот прям радуется, что мы наконец дошли до сюда. Как мило сестра Нитян. Акиамеро. Опять с пухами, а? Потнулся, видал? Да, смешно. Эти в Маджиму попасть не могут. Чему могут? Но только если его остановят. Я тут искал картинку засунуть на задний фон. А на передний фон? И читал в картинках там логи с Мимесио. Что там? Еще даже смешно было. Он там украл деньги и не вернул вместе с сердечками. Видим ли мы еще Кирюшу, встретится ли он наконец со своим братьюгом? Кто знает. Ну и Гучи, ты просто попрыгушка. Попрыгучи. Прыгучи. Под музычку прям пикапик танцует.
чуть не упал с лестницы. Читал, как споткнулся. Вау, как прикольно. Мудо-шима-но-юми. Экс, бывший из Гору Маджима, раньше из семьи Шимана. Тайга, счет. Брат Тайги Сайджима, 18 штук. А, ностальгию вы во мне пробуждаете, блин, ребята. Наконец-то лицо, которое я узнаю. Да, сестра Нятян, походу, да. Лейтенант Семидоджима Авана. Может, ты меня видел раньше. Да. Довольно грустно видеть, как парень вроде тебя оказывается мясным щитом для парня, типа патриарха Доджима. Ты здесь, чтобы отомстить за девушку? Какую заставку ты как? А, интро? Ты влез в пещеру льва, пробился через штаб Доджима только для этого? Полагаю, мысль о том, чтобы жить по уму, твой странный ум не приходил. Якудза, который пытается жить безопасно и удобно, это только дурак в комнате. Возраст, в котором мы живем. Деньги — это настоящий король. Якудза должен адаптироваться к этому и эволюционировать. Да, Нятян. Неважно, если твоя философия или моя правильная. Главное, что ты, блин, динозавра вымешь. Если ты так думаешь, почему бы тебе не попробовать меня вместо того, чтобы тратить наше время на жалкие оправдания? Не придется тебе оправдываться оправдывать свою слабую задницу и жить я с этой ухмылкой. Может, ты и прав. Каждый раз, когда я встречаюсь с парнем вроде тебя, ну, да, таким, знаешь, с красной кровью, у меня мозг начинает крутить речи всякие. Этот разделся. У него аниме. Гольф, женщины. Блин, какой милый мальчик, Леонардо Рисон с персиком. Вкусный ликер, это все херня. Чернила на моей спине уже практически высохли с тех пор, как я за то время, которое потратил в легкой жизни. Я начинал, потому что мне нравилось бить людей. Я не дрался, потому что меня бесили другие люди. Я дрался, потому что мне нравилось бить людей по лицу. Тебя так же бать? Это Холли. Я был якудзой, но где-то в какой-то момент становиться окровавленным стало просто болью в заднице. Ну, слегка, я бы сказал, жирком. В сравнении с остальными здесь. Почему с жирком? Он просто широкая кость у него. Угу. Ну, мышц, в смысле, на нем не видно. Я подумал, что быть умником, который купает в своих деньгах, гораздо проще. Ну, конечно, жить легкой жизнью не так весело. Пули, мама, майте. Что еще мы сегодня узнаем? Повезло тебе. По крайней мере, сможешь насладиться концом своим. Да, Нятян. Он тоже разделся. Что же вы все раздеваетесь-то, блин? Жалко будет, если Маджима их убьет. Устоило заставил вас, ублюдков, спускать слюни, как животных. И вы разорвали Макото за него. Я не позволю ей навредить из-за вашего дерьма опять. Сегодня ночью, прямо здесь, я все закончу. Ты что раньше был, когда его стрелили? Да не волнуйся. Твоих маленьких друзей из семьи Доджима я отправлю за тобой. Прямо в ад. Да, у Маджима самый старший. Вот ты, вот этот музончик. Ого. У меня сердечко прихватило сейчас. Отправляем его в ад.
Я как будто специально это сделала, ты видел? Да, выглядел очень круто, я думал, ты специально это сделала. Да, у него ханья. Я удивлен, что у Авана не мыши. Потому что он у меня только с мышами ассоциируется. Эй, мыши, выходите! Это Маджима, наверное, еще даже не прокачан, да? А, летучие мыши, точно, у нашего друга, который ждет нас в раю. За дверями с надписью «Любовь». И у бывшего друга, который... О, да. Знаете что, приятно быть быстрым. Вот Кирюше очень не хватает в моем любимом стиле этого. Сначала я выбираю себе любимый медленный стиль, а потом жалуюсь, что он медленный. Да уж. У тебя там, по-моему, столько денег у Кирюши, что ты любой стиль можешь прокачать до конца. Но я привыкла к тому, мне больше всего нравится. Я могу кидать мужиков, понимаешь? Да, понимаю, отлично. Мое телосложение не позволяет мне кидать мужиков. Розовый поэтому... стиль совсем не такой приятный, хорошо. Даже хватать никого нельзя. Ужасно. А твое телосложение, поэтому приходится в игре это делать. Ну, да. На деньги Кирюша умеет кидать только сам себя. Ух, он тебя. Давай! Я и потеряла кнопку, извините. Ни хрена себе! Ты еще жив. Значит, это все, на что ты способен. А я еще суши могу есть, смотри, хоп. Суши от Кирюши? Суши от Кирюши. У Вана не могут быть мыши, иначе он их позовет, они выйдут со спины и придется новую тату делать. Кидать мужиков на деньги или в отношениях, мать? В отношениях тоже Кирюши все время кидают. А у Кирюши-то всех кидает на деньги как раз. Он их берет, кидает, из них сыпятся деньги. Я вас путаю, потому что у вас в обоих татухи и голые спины. Он горит, а я нет. Да ты тем же цветом, кстати, горишь обычно. Я вообще не горю. Когда горишь. О, вау! Это прикольно было. Это ты воспользовался своим новым умением, наконец. Если бы я знала, как это делать. Маджима. Ой, ой, ой. Это Кирюш, кстати, умеет руки выворачивать из суставов. Да, слушай, Кирюш. Я, Игоревич, я вообще все время путаю, кто что умеет. Я вот не помню, кто умеет уворачиваться, как умеет, блин, уворачиваться. Вообще очень сложно играть за двух чуваков сразу. Мать, играть на харде, чуваки. Она справляется. Я вообще круто. Горжусь. У тебя сегодня так. Нет футболки твоей любимой. Извини, пожалуйста. Нятян болеет за Маджиму. Смотри, у тебя след остался на стене. Он даже не исчез. Музыка, как будто твою возлюбленную убили, и ты пришел мочить злого чародея. Но ведь так и было в замке. Разве да, действительно. Нет? Майти, ненавижу игры, тоже Майти. Играет на харде и всех уделывает. Ё-моё, ты что наделал? Он аж не встает. Да уж, теперь ремонт делать и делать. Еще один удар. Yes. Маджима. Маджима. Маджима Гора. Лучше, наверное, Кабара в мире. Это досадно. Если бы ты не утонул в гламуре, эти кулаки могли бы тебя на вершину вынести. У тебя точно был потенциал, без сомнения. Нагиот.
Маджима речистый с ним стал. Чем больше идет это якудовское дерьмо. Тем больше начинаешь видеть слишком отчетливо, где ты в нем стоишь. Пока ребята вроде Казама есть. Ребята вроде меня даже понюхать не смогут вершину. Мне нравится, как все эти лейтенанты, когда их побьют, они так усаживаются и начинают речь толкать. Ну, возможно, может быть, если бы я был вроде тебя. Типа идиота такого, с большими яйцами, может тогда бы. Я тоже не ничего не понимающий идиот. Но в последнее время я видел несколько парней, которые жили как идиоты и умерли как идиоты. Вот уж точно. Но этот безумный, блин, стиль жизни, я бы сказал, что он сделал самых крутых ублюдков, которых я когда-либо видел. Повезло тебе. Удачливый пидор. Блин, он как из аниме. Авана! Надеюсь, все остались хилки. А, это ты. Ё-моё, никто с первого раза еще не застрелился. Почему он его так защитил? Потому что он влюбился в него, когда с ним подрался. А, ну, Игорь, да, ты понимаю, глупый, да, что ли? Хорошо, да. Чувствую. Тут все так делают. Чувствую, чувствую. Какой хер ты творишь? Мы тут... Два парня тут говорят о серьезном всяком дерьме. А ты вообще снаружи. Что ты тут забыл? Рипхольный. Потому что он мать. То есть он мать Кирию, Кузя, дядя Кирию. Никогда не думал, что маленький проект Шимана вернется и укусит меня в зад. Маджима. А это кто? Это патриарх Доджима. Мы его не запомнили вообще. Это халат. Я его халатом обычно называю. А, у них халатик там? Да. Теперь мне Шимана придется уделать. Ну, ты, блин, боль в заднице. Доджима Сахей. Человек перед тобой самый дорогой убийца в Азии. Пока у меня есть деньги и доступ к нему, я могу любую жизнь закончить, как захочу. Вот в чем настоящая мощь. В чем сила, брат? Вы оба. Мне насрать, что случится. Я не остановлюсь, пока вы не умрете. Сейчас я. Или эта девочка никогда не будет свободна? Лаогуи. Не увлекайся. Мыкнул по-китайски. Я тебя в самую глубокую дыру в аду затащу, Доджима. Он всем обещает. Да он разное обещает. Это в самую глубокую, тебе просто в ад. Чё, Росомаха, блин? Он мумия Росомаха. Ух ты ж! Тебя чё-нибудь жать, блин? Ты кто такой ловкий? Хорошо, что мне ничего не нужно жать. Лаогуи. Откуда у тебя еще? Я не хочу больше уворачиваться от этого дерьма. У тебя здоровья нет. Почему у меня здоровья нет? Потому что ты с мамой Майти сражалась. Это что было? Подожди, а как с ним драться? А у тебя вон Игрик появляется. Сколько у него там фаз? Он берет и уворачивается. Не меньше 4 получается. Так, первая закончилась, вторая идет.
Пикапи хочет такой стиль. Что за дерьмо там происходит? Хочешь такой стиль, Майси? Какой? Безумный? Да, как у Росомахи. Нет, мне непонятно, что происходит. Я люблю понятный, как у Кирю. Да, у Кирю все просто. Идешь, мочишь, доброе Кирю сердце. Кирю суперский. Кирю вообще классный мужик. По крайней мере, в этой части. Не знаю, что дальше. Я тут видел Бинго Якудзе. Кого? Бинго Якудзе где-то в мемах. И что там? Ну, там все, что было в этой игре. В общем-то. Но картиночка там была совсем из другого Якудзы, поэтому, видимо, ко всем подходит. Воу! Сейчас еще выстрелить тебя. Готовься. Рип. Выстрелил. Я была готова. Ты была готова? Да, стрелять еще можно. Так они все могут стрелять. А пикапик жизни, наверное, хочет такой стиль. В жизни все, что тебе нужно, это лицензия на оружие. Готово получить выстрел, мать. Лезет так. Он выхватил у него меч, офигеть. Умри, говорит по-китайски. Оно бесполезно, говорит по-китайски. Ого, кинули друг в друга. Я раздавлю тебе глаз, как говорит здорово, по-китайски. Здорово, что он все прокомментировал. Воу, ты не дала ему раздавить глаз, неплохо. Упрямый мужик. А ты, я смотрю, из этих, которые все свои супер эти проговаривают. Камехами. Удар мертвеца. Блин, ты на карту. Он крутит головой. Сначала или с этого места? Сначала. Ну, прям заметно. Чего? Первый раз он тебе сразу носовал. А сейчас ты ему сходу просто обошла его сзади и носовала ему и вернулась от него. Игорьич, я первый раз... То есть это не игра становится легче, ты просто... Ни хрена, Игорьич, я первый раз ему первую фазу сняла просто сразу. Нет, я отлично помню. Я специально запомнил именно ради этого. Голубая фаза, она у него долго прям была. Блин, голубая фаза. И он такой, мама, это не фаза. Мне правда нравятся мальчики. Голые, смотри. Переборщил, по-моему, с шуткой. Чего? Почему? Можно было остановиться на это не фаза. Мне смешно, извините. Ну, это правда смешно. Просто так слишком очевидно. Хотя с нами глупенькими. Да? Ну, раз пикапик говорит. Вот, и даже хорошо. Пикапик говорит. Не я одна это видела. А я смотрел специально и думал, блин, как же она долго не может эту голубую фазу снять. Не знаю, почему мне так показалось. А в этот раз прям мгновенно. Он голубым и не был почти. Ужасно. Ты просто говно летучей мыши. Сейчас тебе что-нибудь застрелят. Нечестно, я нажала, но поздно. Давайте, нечестно. О, он тебе в спину стреляет. Удар в силу. Вот это смешной стиль, прикольный, кстати. Типа защищается мечом и попукивает из своего пукалки. Не вижу ничего смешного. Блин,
Новая фаза. Мама, это не фаза. Сейчас узнаем про геев цитат, если профессор проснется. Хорошая цитата. Спасибо, Юль. Мамы уже нет, Майти. Умри. Оно бесполезно. О, это про фазу, видимо. Монета голубая, потому что Карлсон голубой. Неплохо. Упрямый мужик. Если бы он не был упрямым, он бы сюда не пришел просто. Да уж. О, класс. Просто подошла и вырезала. Я удивлена, что он не отбил никак. Да. Ну, супер удар он, видимо, не смог отбить. А так он, видимо, тебя байтил. Полчаса, видимо, пока Майти едет на попе драться с Василиском. Длится голубая фаза. Нечестно, за колонной полнилинно, да. Я уж думал, профессор игнорирует сестру Нятян. Интересно, почему он ее проигнорировал? Может, за ничем не был. Ел рис, наверное. Пока никто не видит. Там он Одиш принесла рисоварку с рисом. Еще немного давай. Да, меня осталось добить совсем немного. Ты как не получил ответ на свой вопрос. Почему не получил? Потому что Карлсон пока что не отвечает. Можно закрыть или подождать. Но ведь монета голубая, потому что Карлсон голубой. Сообщение проверить. Я вот не помню, Маджим это умеет уворачиваться? Игорь, скажи мне. Умеет, да, все умеют. Да? А куда жать? Ну, ускорение один раз, вот ты увернулся. А, это все? Да. А красиво укатывается Кирилл у нас. Да, тут, но да? Он медленно очень это делает. Но поэтому... очень красиво. Да. Он как будто Dark Souls играет. Перекат, перекат. Ого, сестра Нятян, музло. Это к чему? Это просто или это к чему-то? Какого хрена? Вау, Нятян, супер. Блин, мне теперь до этого добраться. Офигенно, спасибо. Мы еще, блин, не закончили у шлепок. Этот сбежит сейчас. А, нет, он будет пытаться стрелять. Дожди своего ухода. Я сейчас закончу. Ты следующий. О, напугали его. Маджима. А это кто? Какое очень нелегкое принесло. Серега! Вау, какой крутой! Серега в этой игре хорош. Серега, не надо. Кирю Казума. Я так бесит, что они в обратном порядке на английском. Понимаю. Теперь понимаю, что капитан Казума в тебе увидел. Казума. Мне надо было раньше это заметить. Ты был просто каким-то панком. А теперь? Ты практически стал драконом. Избавь меня от своей поэзии. Отпусти девочку. Если бы ты хотел ее убить, она бы уже была мертвой.
Доктор. Возьмите девочку и уходите. Она отработала свою часть. Что за хитрые планы, блин? Тут же вся игра из них. Хитрый план на хитром плане. Кто кого, кто вот всех переиграет, мне интересно. Казума, конечно. Вопрос в том, кто на стороне Казумы. Она может и потом умереть. Но ты будешь первым. Это будет последний гроб. Последний гроб, твой ноготь. Что касается Серы, у меня будет все время на свете. Прямо сейчас моим главным приоритетом являешься ты. Наследник эпоса Казумы. Разорван моими руками. Я ищу только одного. Хочу получить триумф, стать лучше Шинтары Казумы. Спасибо. Люди разные вещи нужны. Одни ищут деньги и силу, другие любовь. Можно назвать это наследием. Ты начал воевать против Казумы Сан из-за чего-то настолько жалкого, настолько обычного. Последнее, что у Кирюши останется. Для такой обыденной вещи. А что с ним можешь делать? Продавать я тебя. Некоторые свои жизни готовы отдать. Мой отец был политиком в Доме представителей. Да нам насрать. Все вокруг него ожидали, что он станет крутым политиком. Но все его достижения получал за них награду босс. Более того, позже он получил за коррупцию своего босса. Это вело его. Это предел, который человек может достичь на одном таланте. Вот так работает мир. Любой, кто идет по дороге в этом мире, ничего не понимает и дурак. Так что я нашел новый мир. Тот, в котором сила — это все. Место, которое я могу изменять под свою судьбу. Я потратил свою жизнь, зарабатывая деньги. Все, чего хотел босс, я ему доставал. Но якудзы оказались прямо как в политике. Прямо как политика. В конце концов, одна вещь может поставить якудзу на колени. Титул, который вызывает уважение в Якудзе. Казума-сан более чем это. Он больше, чем легенда. Он работал под дерьмовым боссом. Вырос в семье Доджима, самым большим в клане Тоджо. Он ничего, как политик, которым был твой отец. Я знаю. Казума — свой собственный лидер. У меня нет возможности стоять там. Но если я смогу достигнуть вершины этой пирамиды без его титула, я получу его сам. Думаешь, что ты во всем разобрался? Любой титул, который человек получает для себя, не стоит того, чтобы его носить. Титулы и слава идут. Следуй друг за другом. Говори, что хочешь. Старания — это мои старания. Стрелять девушку — это твои старания. Убивать Тачибану и Оду. И не Шитани. Если ты так хочешь получить себе титул, напиши его своей собственной кровью, а не чужой. А ты? Ты разве не стал якудзой из зависти к титулу Казумы? Казума. Тот самый Казума, который раньше был убийцей в Тоджо. Он многих убил. Нужно большое количество трупов, чтобы стать легендой. Он не тот святоша, который ты его себе представляешь. Возьми это дело с пустым лотом. Это было внутреннее дело семьи. Кто туда притащил штатских, чтобы умирали? В конце концов, это был Казама, который работал против своего босса Доджима. Что ты хочешь сказать? Мы говорим о капитане Казаме. Ты думаешь, он не знал, что девочки Тачибана будут в опасности?
чья кровь писала эту историю и этот его сценарий. Он использовал Тачибану и Макимуру как пешки для жертвоприношения. Он писал кровь от других людей. Так работают якудзы. И я собираюсь написать свой титул твоей крови. Раздевайся. Мы тут только голые все деремся. Сейчас разденется. Готовься. О, у него тоже дракон. Какой сратый дракон. Классно, спиной повернулся. Ты не единственный, у кого на спине есть дракон, мальчик. Я убью тебя, стану круче Казумы и стану драконом Доджимы. Рават. Можешь оставить себе это миленькое прозвище, но может быть только один дракон. И ты раздевайся. Да. Согласен. Очень по-гейски. Я дам тебе твою драку. Я закончу твою войну. Простите, я забыл про это. Я хотел потом это включить. Кирио. Я все испортил. Все улучшил, по-моему. У нас чатик повис, кстати. Да, ой, простите. Сейчас... Верни чатик, я пока отсмеюсь. Я думаю, там Пикапик последний говорил. Дай почитай, что там писали. Это вы еще нишки не видели. Он тоже хорош. Так. О, да, такой пучеглазый. Чувак был главным героем. Не так много там потеряли, да. Ну, в оригинале у него просто дракон такой нарисован. Просто скучный дракон. Блин, он такой медленный, так тяжело. А у этого все фазы голубые, я смотрю. А он просто мега голубой. Живи, Нятян, не хотел тебя убить. Блин, я так помру. Он, во-первых, медленный, во-вторых, я хилки все сожрала. Вот про эту битву в интернетике писали. Что? Что чувак пришел сюда почти без хилок, и у него прокачан только сильный стиль. Это я. И он такой, что мне дропать игру, что ли? Я не могу ее даже на изи пройти. Тут нужен быстрый стиль, ему говорят, ничего не поделаешь. Это как я, да? Да. Не, у тебя дракон круче, так что. Ты видишь, я вообще ничего не могу сделать. Я хотел включить после игры, чтобы драму не портить. Майти, ой, ой, ой. Весь чатик замайте. А толку-то, я, у меня ни хрена не прокачано быстрые стили. Да нормально, кстати, у меня. Да. Пока, Игоряч, ты видишь, у него сколько фаз? Да, это, видимо, главный босс, кстати. Ну да. Кстати, может, погодишь Альфония потом? Прям сейчас? А, ну ты долго с ним будешь. Я тут буду на всю ночь, Игоряч. Yes! Я пошел с Альфонием. Ну как тебе тортик? Вкусный. Расскажу про тортик. Это была сплошная импровизация. У нас не было печенья. У нас было очень мало йогурта. И у нас кончился желатин. Там чуть-чуть совсем на донышке осталось. Поэтому вместо печенья мы испекли кекс. Вместо коржа. И положили туда какой-то дракон. Хороший дракон, читер. Да, просто Альфа не писается, нельзя. Потому что мало гуляет в последнее время. Вместо желатина я нашел желе какое-то. И, в общем, это желе использовал. И оно получилось жидким и было очень страшно. Но что-то вроде вышло. Так.
Блин, он так смешно пляшет, я не могу. Альфони, я иду за тобой. Девочка не развязывается на плаще, я застрял. Рип Игоревич. Так нечестно, у меня перчатка, из которой никто не может вырваться. Почему он вырывается? Профессор не упал, просто команда другая. А, цитаты тоже не было, кстати, почему-то. Ты успел на последний дурак в халат. Альфончик. Там же чума. Ты чё творишь? Надо было его кидать одного. А, слушайте, да. Пикапик, наверное, упал, потому что он падает каждый раз, когда чатик отваливается. Ни хрена себе. Дай, я потеряла кнопку. А, я думал, тебя убил, извините. У него твой стиль, между прочим. Какие драки со стульями, я не могу. Потому что я в твиттерский забыл написать талант. Помню тебя как на кепке. Тебе понравилось? Да. Блин, Игоревич, ну... У меня тут серьезные разборки. Вот этот музон. Зря вы поднялись на второй этаж, стульями было хорошо драться. Блин, у меня кончилась еда, как не вовремя. Все, у меня капец, чатик. А это даже не последняя фаза. Че? Ты ж брал, блин, ее. Да, похоже, жрать приманку – это все, что мне остается. Тоже я буду делать со своим медленным стилем. А чё он такой активный, блин? Как туалетный утёнок, блин. Видали, я бью, он защищается. Вот пидор.
Вообще хилок не осталось. Надо было брать их вместо приманки. Не, ну это неинтересно, блин. Как я вообще первый раз эту фазу прошла? А, вот так вспомнила. Я просто кидала его туда-сюда. Рини, что тебе надо? Проще умереть. Как я это сделала вот сейчас? Теперь он полностью голубой. Голубой, голубой. Не хочу играть с тобой. Сейчас он меня добьет, потому что я по кнопке не попаду. Штаны снимай. Это, конечно, чудо, но мне это не поможет, потому что у меня еда кончилась. Вот что у меня хорошо получается, это мебелью драться, но недолго. Ну ты лавкач, конечно. Видали, как круто катаюсь? Не знаю, как я это делаю. Почему у меня не получается делать это, когда надо? Честно говоря, мне неохота жрать хилку, я лучше заново начну. Вы что, уже пришли? Ха! Порыва голубой. Ой, ну ладно, я поведусь на это. Попробуем так. Видали, какой быстрый? Хова, 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 хова. Мне это не помогло.
У нас пули кончились, пикапик. И в лососе, и в остальных пухах. Во всем пули кончились. Ну, давайте позырим, как рулить этим стилем дурацким. Мы так 15 лет его будем бить. Ну ладно, посмотрим, что у нас по деньгам. А денег-то у нас и нет. А, шутеры на все работают. А мы деньги Маджиме отправили. Как с полявом? Да. И мы молодцы. Ё-моё, видал как? Я нет. Мне, правда, это не помогло, но как было прикольно. Это невыносимый стиль, он снимает по 1 000 000 хп. Да, я не уверен, что его можно. А друг, вот моим стилем точно невозможно. Точно невозможно. Потому что он просто в комбо и всё. Можно пикапик включу? Включи. У пикапика, кстати, странные отношения с Одишем. Когда видит Одиша, он начинает сразу в чат вписать все, что получает. Давай, стоп, минуточку. Надо его усыпить сначала. Усыпить? Все. Ого, спасибо, с чего бы вдруг. Да, кстати, ты пробовала уже? Я не могу, это дракон. Я уже забыл. Хороший дракон, чуть не нравится. Что я пробовала? Катану, как предлагал кто-то. Нятян предлагал. У меня есть? Да. Это нижний стиль. Блин, еще и стиль менять. А, потому что забыл ударить дракона, понятно. Спасибо. Ничего так вышло с кексом. Тебе как больше нравится? Мне больше нравится... Не знаю. Но в этот раз самым основной торг получился более разбавлен. Карпом его мочи. А чё гриб делает? А? Чё гриб делает? В смысле? Ну, у тебя в кармане гриб, с ним что-то можно делать? Ничего. Продать. Где я там его будешь убивать? Торт с кексом, да. Вау, круто. Забавно. О, как у вас тут круто. Пока меня нет.
Это опыт по-гейски было немножко, но ладно. Неплохо, неплохо. Умри, Кирюша. Драка на стульях! Он твой настоящий отец, небось. Так мне честно. Потому что у него такие же стили, как у тебя, даже такого же цвета. Только что-то у него ХП больше. Съешь кусочек тортика. Зачем? Мне это не поможет. Вообще времени уже много. И что? Даже Новый год. Не хочу я жрать торт на ночь. А, в этом смысле, все, я понял. Я уже забыл, что я про торт говорил. Может, на катану на другую фазу оставить? Или у тебя с этой проблемы? У меня с этой основные проблемы. А, до других я еще и не доходила. Он здесь слишком быстрый. Он использует здесь твой быстрый стиль. Его, небось, тоже этот учил. Бухалыч. Как его забыл? Бухус, Бахус. Бухалыч. Мадене. Эй! Не успела. Ну все, ты огребаешь. Всего уклонился, говнец. Он сломал тебе веер. Ну все, теперь у меня нет шансов. Классно крутишься. Это не фаза. Вот видишь, я несколько раз слила и стала быстрее проходить эту фазу. Сейчас он меня стулом кинет. А я на кнопку не нажму. Ну так это твои способности выросли. Ты за шею сейчас поднял, за пупок? Дынц. Что ты его выкинул? Нормальный еще стул был. Фига он с одного удара, это отстой. Тебе четверть хп снимает. А, ну это в этом режиме, который желтенький. Вот я прошла этот режим в прошлый раз. В смысле, эту фазу. А дальше я сдохла. А я слышал, ты тут радовалась. Но у меня нет шансов, потому что у меня нет лечилок. Можно начитить лечилок? Нет. Почему? Ну, так-то вообще можно, наверное, если постараться, но... Чуть-чуть же осталось-то, последний босс. В смысле чуть-чуть? Там еще две фазы у него самых сложных. Ну да, ну в смысле игру-то сколько часов мы прошли без читов и... На сложность. Потому что у нас всегда были личинки. Когда тебя бьет, и ты защищаешься катаной, ломается катана, кстати. Я знаю, Игорь. А, окей, ну, такой умный знаешь. Вообще просто. Я как этот сам. Он когда вот так делает, я вообще ничего не могу сделать. Наверное, и не можешь. Ну да, через читер же. Скорее всего. Я красиво сегодня поставил. Ну это же не круто. Настоящие якудзы не используют читэджин. А что ты не вылечилась? Хочу. А, лучше сдохну. У меня был полный этот лечилок. Я просто все сожрала, пока сюда шла. Две лечилки, которые бы заменили это самое. Две лечилки, которые заменили бы корм для рыб, они мало что бы сделали. А, мать всех уделает, стопудов.
Спирит, ты такой бесполезный, блин. Смотри, с Маджимой? Да. С Маджимой в 100 раз проще было играть. Зачем тебе Голдахова? Что с ней делать? Да, три лечилки мало чем помогают. Помогли бы, но не настолько прям. Ну, если сможешь, то пожалуйста. Ну, чё он так быстро-то тяпнул? А еще из-за того, что он голый, я их путаю. Как обычно, блин. Татуировки можно различить. Ну, когда они лицом. Да. У обоих прическа не очень длинная. Ты нахрен его поставил, дебил? Будем мазать хорошенько. Нифига он уклоняется. Это же трэш. Видал, я его бью, а он меня если попадает, то все сразу. Обойти у меня времени нет. Потому что я тормоз, блин. Может, по очереди? Чего? Типа, я первую фазу, ты вторую. Нет, иди в жопу. Ладно, ладно, ладно. Я просто предложил, ну чё ты сразу? Смешной был сейчас. Дофига у тебя, ты его заводила. Заводила? За... Да. Он с того бегал, бегал. Google послал меня тян к врачу. О, как? Я потеряла мотивацию. Это скучно. Тот ты мне джойстик не отдаешь. Ну, потому что у тебя еще хуже будет получаться, и мы здесь застрянем на... Да. Слишком много смеялась, понятно. Что не так с ником и вестет. Капец, он кофе напился, конечно. Ай, бестест.
Нет, естественно. За борт его бросает. Он умеет только штаны снимать. Кто? Кирилл. А, да, точно. Как жалей. Может, спать пойдем? Да насрать, пошли спать. Пошли.